В Лондоне вы стали бронзовым призером в личном первенстве Олимпийских игр. Здесь тоже бронзовая призерка Олимпийских игр. Как думаете, что у вас не удалось и почему не удалось получить заветное золото? Еще, ну, я, наверное, долго еще буду думать об этом, что чего именно не хватало. Может быть, то, что все ждали золота, я сама ждала золота, но, может, я не справилась с этим накалом, с этими нервами, потому что я по себе помню, что именно в этом бою, который я проиграла, я была сама не своя. Я была нервная, я отвлекалась на все. То есть еще плюс судья, он не давал мне, ну, как, вдохнуть. И, ну, то есть, может быть, это одно на другое, и все. Но я рада, что я собралась именно за третье место и приехала как бы с медалью.